Ну, заодно. А что ты заранее снимаешь, это потом буду показывать. Да? Конечно, мы еще найдем. Иди отсюда. Давайте по программе, может, лучше так. Эту руку из-под себя вытащили. Вот так, о. Вот такая поза, да? И мы за таз, на самом деле, а там может хрустнуть позвонок. Не хрустнуло, да? Не знаю. Я опять очку. Тогда берем вот таким способом. Тоже позе, только с другой стороны. Отходим. По рисунку прям примерно смотрим, да? Вот он где-то здесь. Растягиваем с той стороны, а здесь поднимаем его. У меня вот так. Сползла немножко, да? А вот это, ты дальше просто вниз, да? Или ты туда не пойдешь? Вот, вот, встал. Вот, встал. Вот видите, сколько я сделал способов, такой, а такой, 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 потихонечку до тебя добил. Вот он именно встал, именно он щелкнул, да? Да. Не тут, а вот тут он щелкнул. Здесь я что делал? Я не давил в первый способ, я растягивал вот, растягивал таз относительно ребер. То, что она вот спрашивает, куда можно давить, может нельзя давить. Вот тут мы растянули, да? Вакантное место подготовили, а потом подняли. Вот у меня с этим осталось ему место. Не получилось, да? Потом я просто быстренько чуть выпрямил ногу, вот так чуть. Нет, ты не сама не делай. Чуть выпрямил, да? Довернул потом на разворот. Не получилось. Тогда я еще, ну, буквально там чуть-чуть и резко крутанул теперь вот так по оси. Вот только тогда он встал. Так, ложись обратно на живот. Вот проверим. Может, мне снять тот, который вот здесь посмотреть? Мне кажется, что у меня вот здесь проблема какая-то. Сейчас, подожди, 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 сначала расслабься, расслабься. Ну вот, может, проверить на месте. Догадался, да? Опа, на месте стоит. Отлично, голова. Реабилитация прошла сегодня в эфире. Покажи меня. Вот так, Олег Олав Гудвин ставит позвонки на место. Заходите к нам. Будете не обижены, а будете воодушевлены. И сами всему научитесь. И сами попробуйте, и все у вас получится. Даю свет.